выбирать. И он выбрал ее. Встречайте, очаровательная Албана Денкова и бесподобный Игорь Верник. Вот то, что Альбена сейчас утирает слезы, на самом деле, если это, во-первых, слезы счастья, конечно, но это еще и воспоминание того, какими все-таки непростыми были эти дни и эти месяцы. И разбойники пустились в пляс. Пять восемь, пять семь, пять два. У нас с Валдисом давние отношения. Он очень сложно относится к моему успеху у женщин. Это должно было произойти. И это произошло. Знаешь, однажды будет неважно, что мы с тобой, а жаль. И не случайно, хоть и печально, снова придет февраль. С Новым годом! С Новым годом! А я желаю настоящей русской зимой, с много снега и солнцем. Ой-ой-ой, как хорошо! И красные щечки всем! Красные щечки, да! И в связи с морозом, и в связи с... И следи со страстью внутри. Вот так. С Новым годом. Ура. На льду Албена Денкова и Игорь Верник. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, царь, здравствуйте. Здравствуйте, царь, царь. Очень приятно. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа без тебя. Как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой. Несся где-то ты за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. Безусловно, Албена и Игорь – одна из самых эмоциональных, самых страстных пар нашего проекта. Прежде всего, конечно, благодаря Игорю. Ему пришлось сложнее, чем многим остальным участникам, ведь он впервые только в проекте «Ледниковый период» встал на коньки, но достиг достаточно высокого уровня мастерства. Вас с Новым годом, ребят! Скажите, после большого перерыва волнительно было вновь выйти на этот лед? Конечно, очень волнительно. Я вновь рядом с Альбеной, я вновь касаюсь ее.
Я вновь скольжу вместе с ней по льду. Это такое счастье. Альбина, я знаю, что он может говорить долго, так что тебе слово. Ну, мне тоже очень приятно быть здесь, встречать Новый год вместе с зрителем Первого канала. Мне очень-очень приятно участвовать было в проекте и кататься вместе с Игорем. Он очень обаятельный и очень всегда улыбчивый. Еще вы можете попробовать себя в качестве ведущих и представить следующую пару. Я с удовольствием сейчас хочу представить следующую пару, которая выйдет на лед. Это удивительно красивая девушка, о которой я мог бы говорить бесконечно долго, и молодой человек, о котором я не хотел бы говорить, но представлю, поскольку он катался вместе с ней. Саша и Сережа. Александра Савельева и Сергей Сахновский.